собирается и в ближайшее будущее выдвинуть своего кандидата на пост главы города Калининграда. И ни одного члена своей команды господин Путин не сдал. Он считает, что они делают все правильно. Так вот, нам нравится эта команда. Нам нравится, как Путин подбирает кадры. Нам нужна такая команда, ядропутинская, в верховной власти. Нужна? Мы придем на выборы 4 марта. Что мы скажем этой партии Путина? Отлично! Я приду на выборы один из первых, и я проголосую против господина Путина. Нет такого патриота России, который может проголосовать за этого кандидата. Спасибо вам! Армии Краснознаменного флота. Зюганов наш президент. Тема митинга 23 февраля. Здесь, на площади маршала Советского Союза Василевского, 12 часов. Ждем всех вас. Имейте в виду, февраль это... Друзья, призываем соблюдать порядок, не давать поводов для провокаций, возможные провокации пресекать с помощью полиции. Просьба большая к полиции. Не хватать участников митинга, вести себя достойно. Мэрия нам запретила шествие до площади Победы, поэтому расходимся не спеша, свернув все наглядную агитацию. Если кому-то домой через площадь Победы, никто вам не может воспрепятствовать. Говорят, не решает ничего один голос. Кто-то поэтому остался без дома. Мы ходим по цифрам из цикла уродов. Ничего не решает голоса миллионов. Надоела ложь, надоели обман. Надоели рожи на теле экрана. Все знают, мы видели о выборах прав. Победили те, кого... Опа, прямой. Дороги, отойдите, пожалуйста. Отваливается нахер.